Здравствуйте, дорогие мои. Хочу сегодня вам показать мои цветочки, которые у меня растут, которых я поливаю. Вот решил сегодня маленькие репортажи сделать о цветах. Вот, посмотрите. Это у меня фиалочка такая. Расцвела. Долго будет цвести. Потом вот они такие. А это помидор я посеял. Тоже вот. Надо их повернуть, короче говоря, повернем сейчас. Допалить. Это у меня тоже. Ой. Это тут там упали, блин, надо их поднять. Это тоже цветы тут. Семенами посеял. Вот, смотрите. Все они такие красивые, мне вот это нравится. Это листик надо убрать. Сейчас я это ломаю. Вот это ломались. Не нужен. Тут тоже вот. Там же старый. Цветочки. Это комнатные цветочки. Мои. Там сейчас покажу. Вот мои цветочки. Смотрите. А там вот у меня петунья, короче говоря, это фотография у меня. Вот смотрите, у меня тут декабрист, это у меня декабрист белый. Надо его попрыскать. А это вот молоча у меня. Ну вот, еще женское счастье, которое. Которое расцвело недавно. Вот еще. Ну, хочу еще показать, вот, которые меня расцвели. Вот, в этом году и цветут до сих пор. Вот это вот петунья у меня цветет. Это уж надо. Вот я ее полил, но все равно вся земля это. Ну вот там вот у меня, посмотрите. Это вот посадил в декабре бархатец. Вот. Хочу приблизить и покажу вам. Дальше не полезу. Вот смотрите. Вот бархатцы вот такие. Это я в декабре посадил, но в декабре у меня, короче говоря, расцвел. Ну, я просто так проверял семена. Это вот петунья у меня. Ну и ждите продолжения. Смотрите. Это вот гордения у меня. Гордыня у меня расцвела. Не хотела цвести, но тут она захотела. Стала цвести. А это вот петунья у меня такая. Смотрите. Не цвела. Ой, не расцвела, блин, я ее посадил. Уже палил, короче говоря. Рассажу. И вот тоже вот. Ой, ну ладно, короче говоря, я завтра продолжу этот ролик, может сегодня еще выложу, так что извините.
Всем спасибо, всем хорошего настроения, кто смотрит мой канал, мой блог. Я, конечно, буду делать лучше. Очень хорошо буду делать. Но я никогда их не переделаю, как снял, так и выставил. И все. Как снимаю, так выставляю. Я ничего в своих блоках, в своих видео не убираю. Звук тоже какой есть, такое есть. Я их не исправляю. Ну, как снял, так снял, уж извините. Всем спасибо, всем счастливого, хорошего настроения. До свидания, пока.